В Новый год с новой крышей. В Муроме завершается этап программы по капитальному ремонту за 2020 год. Самый востребованный вид работ – восстановление кровель. На 6 многоквартирных домах крыши отремонтированы. Еще на 4 объектах их планируют завершить до конца года. Теперь жильцам домов на улице Хлакина и Комсомольской смело можно забыть о протечках на несколько десятков лет. А вот на Куликово, несмотря на морозную погоду, работы еще ведутся. Подрядчик обещает, что к Новому году крыша будет готова. На месте кровельных работ побывала наша съемочная группа. Дому номер 15 по улице Куликовой. Без малого 60 лет. Люди жаловались, что старая кровля постоянно протекала. Теперь жильцы получат новогодний подарок – новую крышу. Двухскатная, из бруса и оцинкованного железа. По заверениям специалистов, новое кровельное покрытие прослужит не менее четверти века. В планах подрядчика завершить монтаж кровли в доме на Куликово в 20-х числах декабря. Проектом была предусмотрена полная замена несущих конструкций стропильной системы, также полная замена системы вентиляции, то есть заново, да, целиком все перекладка. Дальше устройство организованного водостока, чтобы отводить воду, да, чтобы она по водосточной системе аккуратно скатывалась. Вот. А также утепление чердачного перекрытия для того, чтобы более комфортно жителям верхних этажей было зимой и менее жарко летом. Если на Куликово работы еще идут полным ходом, то в 89-м доме на улице Лакина кровлю заменили чуть больше месяца назад. Жильцы довольны, но говорят, испытание на прочность новой крыши еще предстоит пройти. Ну, пока испытаний мало прошло, мало дождей, снегу еще не было. Так внешне очень красиво, очень хорошо. Больше сказать ничего не могу. Коллектив был очень хороший, обходительный, культурный. Ни разу пьяных не видели. Вот это было все хорошо. Крыша вам новая? Хорошо, прекрасно сделали. Вид хороший, да и отепление сделали, все, сток воды, все хорошо, нормально. Ждали новую крышу? Да, мы полтора года ходили, чтобы нам сделали. А старая кровля сильно протекала? Ой, старая, плохо было. Щели такие, зимой навьюжат туда, на чердак, выкидывали снег. В нынешнем году в региональную программу капитального ремонта было включено 43 многоквартирных дома. Обращение жильцов в основном именно за ремонтом кровли. Виды работ предусматривали также замену инженерных сетей, систем отопления и лифтового оборудования на общую сумму порядка 125 миллионов рублей. Все работы выполнены в срок, сейчас идет завершающий этап, последние 4 дома. Подрядчик завершает работы, и в декабре месяце они будут приняты, работы идут по плану. И с января месяца 2021 года уже стартует реализация программы на 2021 год. Ну, чтобы принять в ней участие, жителям многоквартирных домов необходимо обратиться в управление жилищной политики либо в свою управляющую компанию. Также в настоящее время на завершающем этапе замены кровельного покрытия в домах на Кирова 18, Кожевниках 11 и Спортивной 10. Встречать Новый год жильцы этих многоквартирных домов уже будут с новой надежной крышей. Вадим Уколов, Илья Облетов. Наши новости.